Бұзым студиямызда Мұсафыр болмақта. Онен субетіміз шынды башланы жақ. Субетіміз асланда студентлік қаққында демлер айтқанымыз кі болы жақ. Оқыш елі соңына келді, оқу елі. Насыл бітті ве ілерді не беклей студентлеріні бұақта Мұсафырымыз шынды тариф етеджек. Сайғалдастар, бұзым студиямызда Февзи Якубов анына Қырым Мойындеслек Педагогика Университетінің филология факультетінің декана Алиме Оджаап Селямова. Селям алейкум, қош кедіңіз студиямызға. Сабаңыз қайыр. Жақ сағылыңыз. Жақ сағылыңыз. Насылсыңыз? Кейфіңіз гүзел ма? Шүкір. Оқу мерсімі енді соңына яқынлаша. Да. Студентлер үшін. Да, соңы экзаменлер қалды. Смет олса қайырлысынан енді дипломнарында берсек, 2 июльде бізді диплом берейдекміз факультетімізден. Сонда тәтіл башланжақ мы тәтіл олажақ мысызды? Смет олса. Енді мен білесем сабырсызлықнен беклейміз. Епіміз. Кетшектен. Шында бұна яңы оқу мерсімі енді қындалаф етмеге істередік, чүнке дипломлар берілейдек, соңра есе енді август айында, егерді яңышмасам, енді яңы күріш компаниясы башланы жақ, бұ сенесі базы бір денішмелер бар ма? Күріш компаниясы башланы жақ, енді башланды 20 июнден. Енді башланды? Енді башланды. Мүмкін осы рус тіліне кетші, еркес аңына қаң көбі қолысын. Приемная комиссия началась 20 июня и будет продолжаться по разным направлениям, по-разному. Для тех, кто будет сдавать экзамены внутренние, то есть внутренние вступительные экзамены, это касается филологии, всей крымско-татарской английской, это касается журналистики, это касается тех дисциплин, тех профилей, в которых будет творческое испытание в университете. Как известно, вступительными экзаменами являются два результата – ЕГЭ и третье – творческое испытание. Вот для этих специальностей вступительная кампания закончится 20 июля. Для тех, кто будет сдавать ЕГЭ, она закончится позже на неделю. Вот, поэтому те, кто только по документам ЕГЭ, кто не будет сдавать творческий экзамен, она будет продлена. То есть она закончится в разные сроки, начавшись в августе уже все, в принципе, будет решено, да? Ну, в первых числах августа. Угу. А будет ли у абитуриентов право там на второй шанс, допустим, когда какой-то из студентов, допустим, не успел принести оригиналы документов или передумал принести оригиналы документов, то есть это место автоматически передается другому абитуриенту? Да, это механизм зачисления, да, он остался неизменным. В этом году самым большим изменением является то, что нет нескольких волн зачисления. То есть у нас не то, что нескольких волн зачисления, а доп. Наборов. Вот в этом году доп. Набора, на котором некоторым студентам позволяет, имеется шанс поступить, вот этого не будет. Первая волна зачисления будет касаться тех, кто имеет льготы при зачислении. Это прежде всего целевики и те люди, которые пользуются льготами. Вот. И это первая волна, это будет 5 или 1 августа, по-моему. И вторая волна, это общая волна, на которую будут зачислены все остальные. Mm-hmm. Все, вот на этом приемная кампания должна быть завершена. Увеличилось ли количество желающих поступить в Крымский инженерно-педагогический университет? Вы знаете, вот этот вопрос, он очень глубок, потому что это очень связано с демографическими процессами, происходящими в обществе. То есть, если мы говорим о 92-94 годах, как о демографической яме, то есть просто рождалось меньше людей. Это кризис, и на эти годы пришлось меньшее количество новорожденных. Понятно, что новорожденные в эти годы наши абитуриенты. И понятно, что людей просто меньше поступает, физически меньше. Этого года набора мы потихонечку наблюдаем процесс повышения рождаемости, поэтому те дети, которые родились, сейчас поступают дети 2004-2003 года рождения. Понятно, что в этот момент уже было просто больше рождающихся, больше детей рождающихся, поэтому больше студентов поступает. Конечно, количество поступающих увеличилось. Какие направления наиболее популярны среди абитуриентов? Вы знаете, направлений популярных очень много.
много. И наш университет представляет весь спектр этих популярных направлений, востребованных направлений. И мы можем говорить очень четко о филологии, безусловно. Ну, я не могу по-другому говорить. Конечно. Да? И это я говорю совершенно искренне, потому что филологические направления – это та форма образования, которая дает целый комплекс нужных в современном обществе компетенций. Я об этом не устаю говорить. Этот принцип 3К – креативность, коллективность и критическое мышление – вот это дает, наверное, филология. Плюс ко всему, филология – одно из тех направлений, которое вырабатывает в студентах катастрофически мощная, ну, извините, работоспособность. То есть, что если ты учишься на филфаке, то ты работаешь. Ты учишься, ты постоянно учишь. То есть, вот это такое целеустремленность, наверное, и целеполагание. Остальные факультеты тоже, безусловно, требуют колоссальной подготовки, но это несколько другие аспекты подготовки. Вот, и поэтому у нас очень много направлений, востребованных и интересных. У нас целый спектр направлений по экономике. Декан экономического факультета еще будет выступать в эфире телеканала «Милет», я думаю, он расскажет об этом. Тоже касается инженерии, тоже касается психолого-педагогического образования, тоже касается творческого образования. Вот сейчас на творческих специальностях, вообще везде заканчиваются ГЭКи, но очень яркие ГЭКи именно на творческих специальностях. Там такой спектр, иногда сидишь и думаешь, вот какие у нас талантливые дети, какие у нас талантливые выпускники. Потому что те работы, которые они делают, вот знаете, даже вот, ну это колоссально, это очень талантливо. И вот действительно у нас сейчас завершились большей частью уже ГЭКи, государственная экзаменационная аттестация. Студенты показывают высокий уровень подготовки за 4 года бакалавриат, либо за 6 лет магистратуры. Вот. И это очень ценно, и очень ценно с точки зрения социальной, потому что мы готовим высококлассных специалистов. И очень, знаете, трогательно, эмоционально, потому что ты привыкаешь к студентам, и каждого, как, наверное, как члена семьи, вот такое, знаете, очень трепетное отношение к каждому студенту. И мне кажется, стоит отметить, что вопрос о трудоустройстве, потому что большинство выпускников университета все-таки трудоустраиваются по специальности. По специальности, конечно же. Действительно, показатель трудоустройства – один из показателей эффективности университета. И мы можем сказать, что у нас наши выпускники в пределах 70-80% трудоустраиваются по специальности. Это прежде всего говорит о том, что мы востребованы. Во-вторых, то, что мы готовим тот спектр специальностей, который позволяет самореализовываться на крымском пространстве. И не только на крымском пространстве, да, но и в рамках вне крымского, вне регионального, да, так, социума. У меня, например, была студентка, выпустила уже, наверное, высшая школа экономики. Закончила у нас бакалавриат, она уехала, поступила в высшую школу экономики. Это очень такой высокий уровень подготовки специалистов. То есть твой выпускник, он конкурентно способен. А бывает ли такое, что студенты хотят продолжать свою деятельность и связать свою жизнь с Крымским инженерно-педагогическим университетом, то есть остаются преподавать? Конечно. У нас есть аспирантуры, и широкий очень спектр аспирантуры. Это педагогическое образование, это историческое, это психологические и филологические. У нас традиционно русский язык, русская литература, аспирантура. И в этом году, мы в прошлом году открыли, в этом году второй набор у нас, германские языки. Это позволяет студенту, закончив аспирантуру, преподавать в университете. И, конечно же, вот показатель молодых преподавателей, которые в университете есть, это показатель вот такого вот той возможности карьерного, профессионального, научного роста, который университет предоставляет. Это, безусловно, очень ценно. Потому что я вспоминаю то время, когда мы заканчивали, да, мы много об этом, но все об этом говорят. Вот когда мы заканчивали, возможность поступления в аспирантуру, она была очень ограниченной. Действительно очень ограниченной. Остаться в университете, поступить в аспирантуру, это было настолько, скажем так, даже не могу подобрать правильно, это было очень маловозможно. Вот. А сейчас спектр возможностей поступления в аспирантуру, причем выбор аспирантуры по душе, действительно очень широк. Да, и практически все молодые преподаватели на сегодняшний день, молодые специалисты, это как раз-таки выпускники вуза. Да, конечно же. Это вот такая преемственность поколений. И знаете, очень трогательно, и мне кажется, вот это очень ценно, когда ты представляешь молодого заведующего и говоришь, это наш выпускник. Вы знаете, совсем по-другому начинают гореть глаза студентов. То есть, знаете, так становится мотивация, о, может быть, неужели? А значит, так можно, да? Да, так возможно даже. Даже не просто можно, а так возможно. Вот. Это, конечно же, прежде всего,
всего, это научная активность, научная публикационная активность, это, как я уже говорила, работоспособность. То есть это выпускники, которые имеют целый ряд качеств, которые, наверное, очень нужны в современном мире. Целеполагание, работоспособность, не боязнь сложностей. Сейчас очень много, да, наверное, вы знаете, что мы ищем легкие пути, мы не ищем возможности, скажем так, трудоемкости. Вот. А вот те, которые, молодежь, которая остается, наши молодые коллеги, это те коллеги, которые не боятся вот таких вот научных трудностей. Потому что научная стезя – это все-таки достаточно сложная стезя, действительно сложная. А наблюдаете ли вы за жизнью ваших выпускников, вот тех, кто выпустился из университета, и вот за их дальнейшей жизнью? Ну, сказать наблюдаем... Каких успехов они достигли? Да, сказать наблюдаем, конечно, наверное, наблюдаем это в широком смысле наблюдаем. Да, мы поддерживаем с ними связи, конечно же. Более того, с большей частью из них остаются такие дружеские отношения, когда приходят, поздравляют в социальных страницах с праздниками, с днями рождения. Мне кажется, это очень дорого. Даже вот через 20 лет ты не узнаешь студент, то тебе, а вы меня не узнаете, а я такой-то. О, да, точно, тут память начинает дуть, господи, она же глубокая, как вспоминает этого студента, вот давайте я вас там помогу, подвезу, еще что-то. То есть это все очень ценно. Мы, конечно, следим за нашими выпускниками в том плане, как они профессионально реализовываются. Мы видим их среди директоров школ, мы видим их среди медийного сектора, мы видим их в качестве активных наших блогеров, мы видим их в качестве директоров разного рода центров развития раннего, либо языковых центров. И мне кажется, это очень ценно. Это очень важно, потому что мы понимаем, и где-то для себя, вот у себя, да, это внутренняя такая мотивация, мы готовим успешных студентов, мы готовим успешных людей. И возвращаясь к вопросу, к теме вступительной кампании, как в этом году будет проходить этот процесс, в онлайн или офлайн режиме? В этом году процесс смешанный. Документы можно подать и онлайн, и офлайн. Если вы зайдете на страницу университета, есть вкладка абитуриенту. В абитуриент, вот в этой вкладке наша уникальная университетская база рейтинговых списков, рейтинговая база. И можно, те, кто поступает, просто обратите внимание на нее. Это уникальная вещь, действительно. В ней вкладки бакалавр, магистратура и подать документы онлайн. Вот буквально вчера я еще раз обратила на это внимание. Документы можно подать и так, а вступительные испытания, конечно же, онлайн. Не онлайн, офлайн, в реальном времени. Реальное присутствие. Чох сау болыңыз, әлеме ойжа келгеніңіз үшін. Сізге муафақетлер тілейміз, ве қайырлы күнлер тілейміз. Алла разы олсын, жүмілеміз, сізге де үшленіңіз, оң кесін тұтқан үшін, сізге ярдымшы олсын. Чох сау болыңыз. Бөлі әлекнен сайғыл достар, бізім субетіміз соңына келді, ама яйнымыз әп девам әтмектен, әбедекі қысымызны сейір етіңіз, ве саба программасында айырылмаңыз.